координатор генерального проекта «Трезвая Россия». Вы только совершили административное правонарушение, реализовали алкогольную продукцию несовершеннолетним. Суррогат запрещен председателем правительства на всей территории Российской Федерации. А у вас он просто хранится в открытом виде. Когда-то торговали, было разрешено. После этого осталось, оно стоит. То есть когда-то торговали когда-то этим, да? Когда-то, да. А вы не за этим, нет, пришли? Да. За ним? А отравиться не боитесь? Я не себя.